Здравствуйте, уважаемая публика. Сегодня перед вами выступит ансамбль танцев 15 века «Стелла». Вы увидите танцы, которым уже 500 лет. Они дошли до нас, потому что именно в 15 веке изобрели печатание книг и стали печатать в том числе и учебники. И танцы мы реконструировали именно по первым учебникам танцев. Конечно, по учебникам учились танцев придворные, и это придворные танцы. Придворные танцы севера Италии, то есть Флоренции, Феррары, Пизы, Венеции и Милана. Танцы эти не постановочные, то есть не сценические. Это натуральные танцы, люди танцевали для удовольствия. Танцы эти в основном авторские, потому что было много хореографов при дворах герцогов, которые сочиняли эти танцы. Одним из таких хореографов был Гульельмо Эбрео. И мы вашему вниманию представляем первый танец «Колонез».